Здравствуйте. Гигантская свалка автомобильных шин угрожает экологической катастрофой. Напомним, по сообщениям в СМИ неподалеку от столицы Кувейта, города Эль-Кувейт, находится свалка старых шин под названием Сулавия. Свалка занимает почти 600 тысяч квадратных метров, и по предварительным подсчетам на этой свалке находится порядка 10 миллионов штук старых покрышек. В Кувейте такая свалка стала одной из самых серьезных проблем. Свалка Сулавия настолько огромная, ее видно не только из иллюминаторов пролетающего самолета, но даже из космоса. По сообщениям в СМИ на свалку скидывают отслужившие свое покрышки с Кувейта, Пакистана, Индии и Малайзии. Во всех цивилизованных странах существует запрет на утилизацию покрышек. В Европе с 2006 года можно получить реальный тюремный срок за организацию свалки такого рода, но в Кувейте все решают деньги. Во многих странах старые шины идут в переработку. Из них делают покрытие для детских площадок и беговых дорожек, изготавливают автомобильные коврики, тротуарную плитку и резиновые сапоги. Кроме того, старую резину можно использовать для укрепления грунтовых дорог, дамб и многое другое. Сжигать покрышки категорически запрещено, хотя это кажется простейшим способом для решения проблемы. Дело в том, что при высоких температурах горящие шины обогащают воздух ядовитыми выбросами, такими как мышьяк, бензол, диоксины и окись углерода. Пожары на свалке Сулавия происходят довольно часто, и каждый раз это похоже на настоящую экологическую катастрофу. Самое большое возгорание случилось 7 апреля 2012 года. С огнем боролись более 1000 пожарных, спасателей и военных из Кувейта. Им потребовался целый месяц, чтобы справиться с огнем. Около 10 миллионов горящих покрышек обозначили свалку Сулавия столбом черного дыма, отравившим воздух столицы Эль-Кувейта. Впрочем, с тех пор на самой большой в мире свалке покрышек ничего не изменилось, и ее размеры продолжают расти. На этом все. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, пишите комментарии. Хочешь получать уведомления о новых видео? Жми на колокольчик.